Одно из правил дорожного движения предписывает включать автомобильные фары в любое время суток. Но эта несложная процедура выполняется водителями не всегда. Так, за это нарушение к административной ответственности был привлечен владелец автомашины Opel Vectra. Для большей убедительности полицейские свои претензии подкрепили видеосъемкой. На улице Жибекжалы возле торгового дома «Кастрол» мы задержали автомашину «Opel Vectra» с госномером X728, водитель которой не включил фары освещения, как этого требуют правила дорожного движения. На водителя мы заполнили административный протокол, и теперь ему в течение 7 дней нужно оплатить выписанный штраф. Сотрудники Сайрамского РУВД задержали преступную группу, промышлявшую скотокрадством. Всего в ней насчитывалось 5 человек, самому старшему из которых было 36 лет, самому младшему 20. Мы задержали устойчивую группу скотокрадов, которые держали в страхе жителей района. 5 подозреваемых признали с 13 фактов кражи скота. Они настолько были уверены в безнаказанности, что уводили крупнорогатый скот прямо из дворов и сараев. Так, в ночь на 27 января этого года подозреваемые проникли в дом 48-летнего местного жителя, где, взломав стену, похитили 4 быков на сумму свыше 1 000 000 тенге. Они сломали стену этого сарая и оттуда вывели скотину. Так как через двор вывести они не могли, преступники сломали в 2 местах ограждение и спокойно вывели животных на дорогу. Сейчас задержанные заключены в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые приезжали на местный рынок и искали клиентов для сбыта краденой скотины. А также они продавали мясо по цене ниже рыночной местным бойням. Тем самым заметали следы. Последние снежные дни принесли водителям массу неудобств. Участилось и число дорожно-транспортных происшествий. Так, аварию на бульваре Кунаева сняли очевидцы. Водитель, не справившись с управлением на обледеневшей трассе, врезался в ограждение. А это дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Шымкент-Ташкент. Здесь в результате столкновения загорелись автомашины Nissan Premiera и Daewoo Nexia. Сейчас подробности происшествия выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции.